Опа. Наш мост атакует вот эта хрень. Ил. Пикирую. Новатор. Он может быть не один, бля. Из покрышки наберут. Крышки мешать. Покрышки сердце, наверное, погребает. Ого! Он пузом ударился об землю, на какие летит. Он подождет, пузом уничтожил людей за жизнь. Как так он пузом же, блядь, я видел прям пузом. Я тоже такую тему видел. Димон, убиваем не так жестко, что красную пропустили. Че еще раз? Убивай красных не настолько жестко, чтобы не уходили с ним. Это их сознательно будет. Не настолько на. Ну а как мне? Ой, красный. Оставляем еще немножко желание. А вашей маме труп не нужен, да? Дим, ну так. Да, так, над мостом дымный и красный, мы сейчас его собьем, наверное. Ну, догнать красный, да. Он повернул на 9-0, кажется. Да, я понимаю, так, голову. Так, атакует. Икс, ты рядом, нет? Да. А у тебя бой? У меня, кажется, 6 строится. Так, внимание. На кого-то заход чуть восточнее моста. Так, это ладно. Мы на красном идем. Вы на всяком случае должны быть. По нулям. Вы на мосту? Да, сейчас. Мы прямо над мостом пролетаем сейчас. Вдвоем. Вижу, по нулям, да? Да, по нулям. Я над вами прохожу. Право разворот. Я не вижу, но где на красном. Вот на красного заход пошел, на дымного. Фока там его преследует. Что-то она как-то нерешительно вообще преследует его. Или что это? Вот а. в лоб он идет. В лоб красный идет, вижу, внимание. Красный, в лоб. Вижу. Бля, это Фока. А, ребята. Это Фока, блядь. Ты чё, в лобу бросил? Пожалуйста. А мне из-за пика не видно было. Инверсия у тебя на 11x. Южнее, короче. Я вижу. Так, видим еще подход или отход, непонятно. Вот перед дымом еще на час. Слушайте, вы там кто английский, знаете, напишите, что... У вас на час, на час над облаками красный. Не вижу, у нас солнце там. Вот прямо по курсу. Прямо по курсу у вас красный сейчас, выше вас. Ну, сейчас спустится с объемом, не спустится, не с объемом. Я его не вижу. Короче, 451 сектор 5. На север смещается красный. От вас уже на 9 часов он. В сектор 8. СП 2000 вверх пошел. Так, развернулся. 5, да я, у меня фока пробила.
Блин, передо мной, короче, ил и якуты. Ё-моё, есть догнать, догнать уже не могу. 5 минут. И дорога. Где, блядь, мой четвёртый? На котором только я прибавил и все, и всех на 6. Ну ладно, хоть и ладно, валю. Они на бузинах тянут. Их сказали? Но он меня прострелял. Я с яком выбил. А, я понял. Ой, как хорошо в голову вошло. Кажется, лепче будет, парни. Так, 451 кто не подойдет, нет? 451? Да, подойду. 422 будет. 451 сигнал. А, походу Манона. А еще раз сектор. 451. 5-й сектор. Высота 2,5. И еще за собой. Мы сигу подходим сверху. Ровно квадрат где там висит. Так, он вниз словил. Димон, а ты с запада, да, тащишь? С востока я подойду. С востока? Блин. Да. Ох, тогда я скоро могу тебя даже пытаться. Давай. Я... Зажги, а моя просто или красную видно. Меня видишь. Наверное. Может красный. Типа помню. Красный видно сзади меня. Нет, так, свежий красный. 487-й, 8-й сектор. Принял, я уже рядом, высота. 2000. И вижу. Вижу. Сейчас подсосую. Вот еще кто-то заходит на него. Справа в город. Сейчас он должен быть много, наверное. Вот я очень далеко. Так, пробил его, Малех. Ты его подзадумал, походу. Сейчас вот тебя такой. Окей, поздно, поздно. Я тоже сейчас пропадаю. Так, было попадание. Так, кто там со ножками летит, да? Где он? Зачем? Готов. А ты красный мотонос? Могу пострелить красного. Иди. Осторожно, вас очень много не столкнулись. Ё-моё, что я так, блядь, мажу нахуй с мессера-то, а? Нет, уже не могу. Так, ну, вот тебе нестабильно, нет. Да, блядь, просто еще не привык к мессеру. Во, попал, это хорошо, молодец. Будем расфигачивать. Ну ладно. Я-то восстанусь. Не, вышел, смотри. Не сранится. А не спойлится, не должен упороться. Да? Не. Что делать? Разобрали. Осторожно, заходим на дверь. Еще раз. Только обшивка. Что, не стал добивать ничего? Нет, а он кухню сейчас не... Не, он просто кто-то атакует. Это я атаковал. Принял, я разворачиваюсь. Я выйду на север. А в квадрате 449, сектор 5. Красный пронесся по нулям над лесом. На запад, на восток пронесся. 4 какой? 4. Я встречаю, он прям легло уже. Так я его пока не вижу. Прям над лесом. Принял, может, на при да еще полете. Да хоть 6 парней проедет. Мяу.
Пан, сзади? Ты выше, выше прямо, смотри, ну, курсом. Я уже не вижу, он пролетел, я предположительно, он там 70. Все. Курсом 70, ты выше, смотри. Вижу, вижу, кто-то стрельба, чья-то стрельба. Ну, вижу. Да. Там приезжает стрельба, я не знаю, я пошел. Сейчас я подхожу, если я вижу. Максимум, что попал. Красавчик, нифига. Нормально прошло. Лучше в традициях, без крыла. Принял. Так, вроде все чисто. Спасибо, что подсказал. Да выше забираться, видишь, по манулям летаем, пропускаем атаки. Хорошо, что толпой, блядь, есть кому подсказать, блядь. В этом-то и весь прикол. Да. Мораль всей басни такова, толпой гасят даже левар, помнишь? На ножичку. Да, на маму. Икс, мы с Локи двигаемся. А я с вами иду. 180 вы идете, да? Ну да. Так. Ну-ка, заход. 6. Точно у меня? Да, вверху. На дальше налет выйдет, подпрыгнул. Их там двое или какие же? Двое. Один выше, один ниже. Да, это два. Хорошо, я на солнце приземлю пока. Он отдернул. Пошел переворачиваться с инверсии вверх. Так, одного затянул, малек. Так, не вешайтесь, парни, сверху заходит с инверсии. Я оно дал. На меня? Да, сверху, вертикально там, парни. Не вижу его. А, это значит новый тебе вот прям. Угу, они ниже нас. Ты самошка, да, их? Сейчас уже нет. Я от вас на 270. Понял. Все, вижу я пока одного красного. Рома не вижу. Устав правый боевой с набором. Блин, Красничок 6 представляет, курсом 330 килограмм. Так, кто оно в руку там, вырубай. Что за место подвес? Подвес. Этот ковал. Просто забинел немножко. Высоплил. Это я чисто. Да. Еще второй должен быть. Второго не вижу. Второго я пробил, он восточнее, на 90. Ну, я понял. Он уходит. Второй уходит с курсом 70. Хорошо, посмотрим быстренько. Он, короче, вниз сливается конкретно. Угу. Ладно, пускай идет, ну. Так, вы этого добиваете, да? Да. Давайте. Белков резанул. Только сожрал уже, блин. Два дымка все. Ну, это внешне так выглядит, на самом деле. Пилот ранен. Окей, забил твой блин, убил, да? Сейчас папку зайдет, потому что. Все, папка решай, вообще-то на пульте ничего не надо. Отцы. Отцы, да? Ага. Так вот, я на 62-й. Только прохожу.
Готов. Смотри, живот. Сиди. Ого. Сколько он. Он тупо ту очередь выйдет, но еще потом очередь. Ладно. Да, чисто. Чё, в каком там конкурсе человек делает? Вам. Чё говоришь? Я говорю, кто там человек делает, в каком конкурсе? Я учил, что конкурс? Что за конкурс? Ну, что там на фоне телевизор играет, человек делает. Это радио. Да. По радио сказали, где человек делает. Ага, ясно. Чего, филда было? Ну да, между филдом и цирком идеальное место для коварства. Можно и на цели, но они там какие-то нервные. Ты южнее, да? Я над вами. А, да, да. У вас сзади 7 на 8 часов. Пришли. А, это я, за ним. А я у вас слева на 8 часов. Да, 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 вижу, вижу. Ты же беленький, да? Вам еще плюс 2 слабака и пересиленные 4. Да. Еще. Так, на меня какая-то херня заходит с высоты. Мы ниже их стягиваем, пока мы берем. Вроде свой, блин. Свой внизу. Ок. Да, вроде свой. О, подранок упал. Наверное, ранит был хорошо. Ты обнаружил, кто там красный или красный? Не-не, это синий. Да, ну хорошо, мы южнее уже 4,5. Я вижу, вижу вас. Так, ну что, в зону зашли? Не-не, не зашли. О, есть. Смотри, 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 вон они идут, короче. Так. Курс на них, сейчас скажу. Курс на них 45. Двое. Идут в Кримбе. Пара. А высота? Да 1500. А, нормально. Дадим чуть-чуть пойти. Курс насладятся полетом. Они нас видят, да. Сейчас зайти надо на них, хотя бы подальше отсюда. Может быть не видят нас. Карты не нажимают. Вы рядом со мной, нет? Да, подходим сюда. Одновременно. Визуально не могу видеть. Вижу двух красных и буду видеть твой заход. Курс 30. Давай попробуй, короче. Давай. Жди. Это не вкусно. Давай сразу дабл сделай. Не смогу. Вот так. Да, красавчик. Так, один без крыла. Второй, давай. Не, я не смог бы. Да он ты что там, там скорость у его и лагает на. Ладно, сейчас я его приму. О, тянется, ништяк. Да. Сейчас. Нет, скорее всего меня видит. Перевалится. Да не видит он ни хера. Я могу тянется. Не торопись. А, видит вот сейчас походу, блядь. На! Нормально. Там бой. Шестерка у кого-то, 6. Принял. Да. Где? Опа, у меня 6, точно? Да. Лево, да, лево, я не знаю, быстрее.
Манго, наверное. Чё-то нет. Надо вот этого убить и уже уходить отсюда. По-моему, прям на филд идёшь. Поворачиваю. У меня далеко, у меня метр 700 сзади. Навес попробую пострелять. Да ладно, я сейчас на ручнике уйду. Ну ладно, давай. Вот, что так опасно, да? Ты предупреждай хотя бы. Все, мочим, он бросил. Он бросил. Я вижу, вижу, вижу. В облаке, да, где-то парни? Хожу выше, он садится на меня, пусть стоит 135. Вытягиваю его. Потяну, тяну, тяну его. Вот. Уже из облака вышел? Нет. Вот хрен я тебя не вижу. А, вижу, вот ты вниз, да, перевалился? Да, да, я вниз перевалился, да. Вижу, давай, мочи его. Ну, у них на мосте почти, давай сюда, вот его быстренько выбираем, надо перебирать. Так, ну у них на радаре, так что это... Да, да, так, захожу сейчас, я такой, да, решусь. Да, у нас что-то. Пошел, пошел его ты клацал. Ну, да. Предлагаю тянуться. Да. Пошли. Ольга, ты что, за мной что ли? Что, уходим? Да, уходим, уходим. Понял, уходим. Просто тянуться надо. Прибыть еще. Так ты выше всех, да? Нет, я вот за Локи смотрю. За ним дымный пошел, стреляет на. Тяни по прямой, Локи, я захожу. Влево чуть дай, влево, дай. Чуть влево, на 25. Захожу. Бросил он все. Блять, сука, не дотянул. Ебаный Г2, блять. Да хорошо, что не дотянул, тут крылья надо себя оборвал. Да не, скорость там маленькая. Как кто-то заходит, слышишь, X. Все. Вот это яма, кому были. Меня видишь? Да, тебя. Все, давайте ходим, без энергии, поменяем. Ты знаете, я уже попал. Да, я разворачиваюсь. У вас чисто все. Спасибо. А ребятки, подтягивайтесь. Я у вас вышел. Инверсия у нас есть, инверсия. Нам слева взяли. Вами иду, блядь. По мне зены стреляют, но по вам нет, блядь. Красавцы, блядь. Карма. Это пипец. Это просто Гил поделился с ваном. Ага. Так, чуть-чуть. Че, как у вас? Сколько у БК? Камбала осталось. Патронов еще много, блядь, топливо 150 литров. Ну тогда можно смело оттягиваться к целям, на три цели. До дома недалеко. Да. Вариант. Может по дороге сейчас было найдем. Так, встречный, красный. Впереди слева лиц. Или просто впереди, смотри, с запада идет. Под тобой, вижу. Замочу. А у вас какой квадрат сейчас? 488. 488. Ты за ним, да? Ну да. Давай, быстренько сработаем. Локи, ты видишь, как все? Что? Значит, как собака? Тоже могу помочь. Помочь? Давай, стреляй. Угу. Заходим осторожно. На 6 атака через 5 секунд. Дал. Чуть-чуть, блин, не критично.
Давай. Захожу на него. Давай. Там уже у него на шестой кто-то есть. Вот он. Да я. Хожу. Атакую. Хорошо. Чего? Да ебаный в рот нахуй. Так, плотно у него. Так, это вот. Сейчас я последний. Последний. Я тоже попал. Я попал, блядь. Хорошо. Тряпочка. Я БК на домушке остался. Снаряд скрылся. Оба навидели ваши действия. Кто там его схерачит, на? Угадай. Что? Что? Че это он? А, да он думает, что это тут его. Навидели. Икса, ты там что ли остался крепиться? Нет, я назвал. Не-не, это Локи, я сейчас я что-то стрелял. Ты чё? Как, он сиганул на своей территории, что делать? А-а-а, ну ладно. Да и зачем ты, не надо ничего писать, дело. У меня БК, блин, вообще проблема поставьте. Так, Локи, ты на двух тысячах идешь, да? Да, я на двух. А, ладно, ты у нас слева выше, да? Да, я слева выше, правом к вам разворачиваюсь. У меня уже ПК, все, в принципе, пулеметы, я пошел на двух. Давай. На плафон тебе оставлю 120 литров. И через нашу цель тогда пройдем, может, кого найдем. Дай Локи, оно. А он правее меня. Да, это не вижу. Подо мной, кажется. Это я иду вот по ногам. Ага, да. За нами никто не погнался, блядь. Ребята, у нас над Зетами четверо красных. Где? Все хотят нас. Чего Зета? 489, сектор 6. Блин, чего возвращаемся? Чего можем встретить, в принципе? А, у меня пулемет еще, конечно, чуть-чуть есть. Какие-то оножки вылетают у филда. Ой, у филда это. Дио, ваш. У их танков там. У их танков. Высота 2.5. 2.5-3 вот так. Пойдем? Где вы встречаемся? Да, 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 пошли. Раз БК. У меня БК на один заход в метке еще. Может на два. Ну, у меня нормальная еще БК. Половинка. Половскина. Ну тогда с ваном будем пособиться. 489, обратно идти. Пошли. Ну они как нам идут, так что через минуту могут не отъявиться. Да, Дио? Мы 4-5-1 тут проходим. Я 4-5-1, пятый сектор. Да, ты меня, я тебя наблюдаю, ты меня слева. Значит, вы вместе. А у меня красный. Ван, у меня красный слева. Хорошо, хорошо. 9-й, 8-й сектор по нулям.
387-8? 415-й второй сектор. Красная лавка. Лавка? Я принял, я наблюдаю. Я за квадратом вас, но иду вам. Идет на запад. Идет на цель. Тогда атаку пешку. Я займу там лавкой. БК не хватит, чтобы не расхерячить. Ну, движок, если захерячить, чтобы... Да, ну, блин, БК еще себе потаю, мы сейчас не начали. Не, сверху, вот так лучше сверху, да, движку. Сейчас пусть, надо. Пусть себе летит. 415 крыла. Живой еще, все нормально там? У меня? Да. Я над нашим заводом. За лавкой иду на 6. А высота 0, да? Высота 1,5. 2. 2,5. Блин, ну тогда я за пешки пойду. Пойду получу свой ПК. Пешка на лядочек у нас. Надо было ее подранить, которую я нашу. Ну, попробую все-таки. Вот я захожу немножко. Что не будет, тут сейчас с высока подвижу. А я просто не знаю, понимаешь? Да ёб твою мать, как так-то, блядь? Какая косой нахуй. Сопли ему только пустил, блядь. Ой, блядь. На двушке, да? Нормально, вы справитесь с красным? Да, да, да. Блядь, промазал на пол, пиздец какой-то. Икс, ты атаковал сейчас красного? Лавку атаковал на нашем заводе. А, на нашем заводе, понял. Вот мне 6 сняли и конечно справился. Ну да, у нас пулемет остался. Пулемет не пилит пешку. У меня еще один заход стараюсь. Чуть-чуть. Икс, я поднимаюсь выше, давай. Спасибо. Пать, сколько ему взлетело, блядь. Иду за ней. Да он ведь зря вот ставил его. Шея вот за. О, поджог, о. Молодец. Ой, вдогонку. Вдогонку он стрельнул. Ой, тут пешка еще. Так вот они прям рядом. Ну, пешка вся пробитая, добейте ее, она без стрелка, кстати. Ну-ка дай-ка я пулеметиками зажгу ее нахуй. А, так у меня у самого нет патронов, е-мое. Пипец. Сейчас тут стрелим на 6. У меня патронов нет. Даже пулеметов? Да. Блять, как я. У меня пулеметы что-то есть. У меня тоже пулемет заканчивается. Ну вообще все закончилось. Блять, как я нахуй промазал по лавке футболка? Пипец нахуй. Да раз, я привычка ждать до последнего, да? Да, до последнего, блядь. Да еще, сука, небо все. Синее, нихуя не видно, блядь. Так, может, якорь да? на скорости упал. На восток падает, якорь, внимание, смотрите, на восток. Я назад. Прям где мы. Да. Кто пешку сейчас атакует там? Вот якорь. У тебя возглавляет. Да у меня, нет. Это у меня. Правый стал. Ничего не могу сделать, у меня дыхание. Принял, меня тоже будем бежать. Локи, давай на восток, я сейчас сниму. А я вот пропускай в левую, уходи, пропускай его. А, тебе сейчас клин даже поможет. Да? Я на запад отхожу, я буду за линию фронта. Далеко стреляет, 400 метров где-то. Да понял, ту дистанцию закрыл радиатор. Блять, ну может у меня одна пулька есть в этом, блять. Пулеметом. Сейчас захожу на. Захожу, держи. Вроде. Система охлаждения. Это херня. Блин, ну ты оттормози его. Ну что. Тихо. Сука, блядь, мимо нахуй. Все, нету патрона. Все, бросил. Все, бросил. Отлично. Беги. Валим отсюда. Блин, он твой. Ой, блядь, у меня красный сзади, блин. Сзади от тебя. Он Локи. Сверху, я снизу. Да. Локи, у тебя патронов нету, да? Пустой полностью вообще. Угу. За тобой так лавка и бежит.
Там ноль? Да, но она далеко уже, в километре с лишним. Я ее отпугнул. Пошли в легким климбе. Да-да, в климбе, иди на фил. Ну, засранец, а? Если ты в климбе встанешь, я могу его тараном ёбнуть, а? Не-не-не, зачем? А чё, на своей территории, на? А если бы обыкашишься? А я крылом его сейчас попробую. Тогда подлетай, вставляй свой. Снизу сейчас его попробую. Ты прикинь, поджёг свой кейтниц, это было бы реально круто. А, вижу, ты на него заходишь, да? Я иду 450 метров. Ну тогда уходи. Это монобол, да? Топло заканчивается чудесно. Так, может ему киль попробовать? Блять, увидел на. Услышал на. Все, Локи, бросил он тебя, сваливай. Это ранить не пришлось. Лучше сядь, у тебя стопроцентно. Стопроцентно. Посадки все великие завершены. А, да, это. Главное не сдохнуть. Ну что, как реально было? Сколько там сотни набило, да? Ага, ну у меня за синих рекорд 109 рекорд за синих стрикно. Пешка упала от пулемета. Да там мы все вписались по ней. Блять, Г2, конечно, пипец, за сука, с него хуёво стрелять. Он, блять, тупой такой, блять. Я не знаю, у меня наоборот больше должно какой устойчивый. Я не могу, блять, на нем нахуй. Давай разбудь нормально, блять. У меня не получается. Видишь, ну и все. Внимание, там... над мостом красный, высота 1,5 километра. Есть кто наш, нет? Это мы окна. Окей. Какие наши? Видишь, я же стреляю с доворотами рывком. А, на Г2 не получается рывком стрелять, потому что он тупой, блядь. Рывка нет. Повреждения намного больше. Внимание, там если делаешь рывок, там идет развалка сразу. Не-не-не, нормально. Там доли секунды рывок делается, чисто вообще. Не-не. Подходишь к цели, рывок делаешь, нахуй, сразу вообще четко. Ну, в записи видели же у меня там цели. Ну да. Довороты все с рывками. Мы. То есть определенное расстояние, рывок. Я тебе беру, Фридрих тоже самое делает, абсолютно не любит. Мессер Г2, он тупой, он не делает этого, блядь, скорость-то большая. А F4 делает. Ну как же. F2 туповатый, блядь. Я этот вот так стабилизатор этот выкручиваю, блядь, туда-сюда, заебался уже. Ну, Г2 покрепче, у него крылья не так отваливаются. Да? У меня крылья на скорости 470-480 крылья отваливаются, когда я рывком бегу. Ну, на скорости. Блять, лавку в упорнишь, я сейчас ночь спать не буду, ёбаный рот.
Пиздец, вообще я в ахуе, да. Прям вообще, я прям ждал до последнего, упор подойду, сложно, да, в упор подхожу, думаю, сейчас эти хуяк перекладываются, блять, я не успел за ней, да ебаный в рот. А я вижу, ну там знаешь, там. Ну там попало чуть-чуть, на, блядь, чуть-чуть попало, нахуй, и все, блядь. Сука. Я вот так там пока вижу, сейчас уже заболит. Ждешь до последнего, ждешь, а тут бац, такой прикол. Фига тут взлет-посадка, народу пипец на базе. Я хемку пропустил. Сейчас мы впереди там кругу стоят. Захожу с этого, буду заходить с севера. Пиздец тут Домодедово нахуй, ебать. Если есть возможность, дайте мне лыжню, у меня движок закипает. Ай, давай, давай. Так, похуй, я прям рядом сажаю нахуй. Чуть локи севера, да, слышишься? С охлаждайкой? Да мне хоть как-то, да, у меня, блин, вариантов нет. А, ну давай, садись. Пло заканчивается, блин, движок закипел. Я тебя пропускаю за тобой. Спасибо. Бля, что я, блядь, опасно как-то сажал. Все, освобождаю полосу, локи, садись. Спасибо. Луки налево что, да? Я направо все. Ох, ебать, 4 сбил, 3 в группе, ебануться. Блять, затай хоть что.